Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый инвестиционный майнер. Называется Tron Mining Spice, где нам дают 50% ежедневно. Ну, это стартовая такая страничка. Регистрация, майним, выводим. Здесь идут вопросы, ответы. Кому интересно, сами ознакомитесь. Переведите на русский. Скажу, что минимум депозит здесь от 10 TRX и минимальный вывод от 5 криптомонет Tron. Дней работает 0. Значит, можно неплохо подзаработать. Здесь последние депозиты и последние выводы. Как? Да, вот депозиты, а это вывод идет. Ну, как-то так. Ну, а регистрация здесь наипростейшая. Кликаем старт. Вводим Tron кошелек. Кликаем старт майнинг. Попадаем на домашнюю страничку. Значит, что у нас здесь? Ну, домашняя страничка, NorGHS. И значит, что? Давайте смотрите. Вот я только зашла при вас. Все делаю в режиме онлайн. Переведем на русский. Бонусов у нас здесь нет. Никакого. Значит, что подробная информация. Расчет на основе вашей текущей мощности. По нулям у нас все. Значит, если минимальный депозит. Вот здесь калькулятор прибыли видим, да? Ага. Что у нас здесь? Один. Два. Ага. Значит, 1 ГХС это 1 криптомонета Tron, так как минимальный депозит здесь от 10 криптомонет. И здесь, значит, что у нас показано? 10 ГХС это 10 криптомонет Tron. И количество в день 5 3X, это если сейчас зайти, да, на 10 криптомонет, то завтра будет уже 5 криптомонет. И за 3 дня 15 криптомонет. Вот как-то так. Далее что у нас? Естественно, я буду делать депозит, ребятки. Но также я просто пошла. Имейте в виду, что это инвестиционный майнер. И все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. Бонусов нет. Значит, история аккаунта. По вкладочкам пройдемся. Здесь нет ничего. Снятие средств. Это тоже здесь по нулям. Вкладочка рефералы. Находится наша партнерская ссылочка. Часто задаваемые вопросы, пожалуйста. Это все можно прочесть. Далее новости. Новостей нету. Центр поддержки, телеграм-канал. И минимальный депозит 10 криптомонет Tron. Кликаем на депозит. Вставляю я. Зайду на 10 монет. Итого, видим, да? Купить сейчас. Поставить оригинал. Так. Покупаем. Здесь нам что? Дается адрес, куда нужно перевести монетки. Идет таймер, отчет таймера за это время. Нужно как бы сделать депозит. Копирую. И иду в Tron Link. Вставляю. Десять монет.
И 10 монет я отправила. Ну и все, в принципе. Будем ждать депозит. Вкладочка «Вывод». Значит, минимум, как я говорила в начале, 5 криптомонет Tron. И 4% плюс 1 криптомонета. Это у них комиссия. Имейте в виду. Вот, кому интересно, заходите. Кому не интересно, пройдите мимо. Повторюсь, друзья, то, что это инвестиции. Я рискую своими монетами, вы же думайте сами. Сейчас надо посмотреть. Вот мои монеты. Мой депозит. И пойдем на домашнюю страничку. Вот начались маниться мои монетки. Вот. За 3 дня плюс 150%. Нет. Ну да, ежедневно 50%. И за 3 дня 15 криптомонет. Ну вот как-то так. Ну что, следующее видео будет уже по выводу монет. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.